Подмосковье обокрали дом известного артиста Геннадия Хазанова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Москвы. По данным источника, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась дочь Хазанова. Она сообщила, что воры похитили из частного дома в поселке Первомайское серебряную посуду, металлический сейф и две пары наручных часов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».